Добрый вечер. В эфире канала «Культура. Ночной полет». В студии ведущий Андрей Максимов. «Вечерний звон» – так называется цикл концертов, который провел в нашей стране замечательный поэт Игорь Губерман. Он у нас в гостях. Добрый вечер. Здрасте. «Вечерний звон» – это же ведь не музыкальное словосочетание, а такое философское. Потому что «Вечерний звон», как много дум, наводит он. Ну да, это в одном смысле. А с другой стороны, «Вечерний звон» – это такой старческий треп. То же самое ведь звон и вечерний, потому что после заката. Поскольку я готовил вопрос по поводу первой интерпретации, я попробую его, значит, вам все-таки задать. О чем сегодня самые главные ваши думы? Ну, вы знаете, вы как-то полагаете, что у меня есть какие-то думы уж такие. Вечерний звон. Да, но он мне дум не наводит. У меня в последнее время думы очень разбросаны, потому что, знаете, я последний год сильно болел, глупо рассказывать об этом по телевидению, но я действительно весь год писал всякие печальные стишки, ну и в частности про болезнь. Один стих не могу не прочитать. Такой он печалистый и жалостливый. Ручки-ножки похудели, все обвисло в талии, и болтаются на теле микрогениталии. Вот такие вот печальные стишки. Скажите, всегда вот готовишь вопросы вам, потом вы прочитаете какое-нибудь стихотворение, и все сразу... Все же очень просто. Андрей милый, я сейчас посмотрел, я у вас 1732-й. Я представляю себе, сколько у вас все спуталось от нас, нет, от всех. Нет, у меня ничего не спуталось, а наоборот, чем больше эфиров, тем мне интереснее все это делать. А спросить я вас хотел вот о чем. Я прочел, готовясь к беседе, в одном из ваших интервью, что ваше утро начинается с того, что вы там пьете кофе, я не знаю, что там делаете, потом вы читаете разные книжки, хотите там найти какую-нибудь мысль, вы ее находите и пишете гарик из нее, правильно я понимаю? Так бывает, конечно. А в чем тогда смысл гариков, если это произведение по какой-то чужой мысли? Ну, во-первых, батенька, вы слишком буквально прочли мое чистосердечное признание. Я как раз хотел, чтобы вы должны меня опровергнуть. Я очень редко ворую чужие мысли, я на самом деле изобретаю собственные и их рифмую. Но иногда просто нельзя не украсть. Вот знаете, в Москве живет необыкновенного таланта автор афоризмов. Борис Крутиер такой. Необыкновенного таланта человека. Я думаю, что это уровень Ежелеца. Ну вот он, например, сказал, знаете, как про семейную жизнь? «Не требуй от жены больше, чем ты можешь». Ну, согласитесь, что это настоящая, так сказать, вот находка. Вот такого уровня автор. И я у него, прочтя тысячи его афоризмов, уже украл 3 или 4 мысли. Причем я ему признался, что я их украл, зарифмовал, чтобы они спрятались в сеточку из рифмы и были незаметны. Он сказал, ради бога, я, так сказать, вот сочиняю еще. А так, в общем, я придумываю сам. Я на самом деле хотел, чтобы вы это сказали, потому что не я один прочел это ваше. Чтобы все люди знали, что это некоторая гипербола, так скажем. Знаете, да? Если все мои слова читатели воспринимали бы всерьез, это был бы кошмар. Ваши слова, конечно, как вы, к вам таким уважением относятся. В связи с этим, опять-таки, сейчас вы мне скажете, всерьез это или нет. Вы сказали, что вы, став старше, не стали мудрее. Я даже умнее не стал, не только мудрее не стал. То есть процесс, скажем так, взросления не предполагает процесс умнения? Человек может становиться все взрослее и взрослее, но при этом не становиться умнее? Вы знаете, я сошлюсь тогда сейчас не на свой опыт и не на свое это самое, а на прочтенное. Я как-то прочел, кстати, в книжке «Вечерний звон» об этом довольно много, в книге воспоминаний. Я прочел толстенную книгу, которая называется «Психология старости». И мы ведь всегда полагали, что старики, они умнеют. И как-то много об этом поговорок и пословиц. Так вот, там фиксация профессиональных врачей, что у пожилых людей они не находили никакого уровня, никаких примет повышения ума, интеллекта, находчивости, сообразительности. Ну, в общем, всех тех параметров, которые сокращенно называются мудростью. Я когда вас спросил, не стали ли вы мудрее, вы сказали, что вы даже умнее. Не стали. А чем отличается мудрость от ума? Сложные вы мне вопросы задаете. Я бы знал, я вам подготовился. Я думаю, что кто-то правильно сказал, я скажу очень приблизительно, умный человек, он разрешает различные проблемы, которые он сам себе наворотил. Мудрый не создает этих проблем. А бывают люди, он которые... Он обходит заранее. А бывает? Вот вы знали в своей жизни мудрых людей? Вот которые могут так жить, чтобы не создавать проблем. Нет, потому что умные люди, мои, мудрые люди моей молодости жили в ситуации, когда они очень часто рисковали жизнью или бывали в лагерях ни за что и так далее. И поэтому они вынужденно вели образ
образ жизни у просто умных людей, то есть уворачивались от ситуации. А настоящий мудрец, он просто и не ввязывается ни в какие ситуации. Вот как говорят китайцы, если ты будешь много лет сидеть на берегу реки, думать, размышлять неподвижно, то однажды по реке этой проплывет труп твоего врага. Здорово. По-моему, очень. Да. Слушаю вас, добрый вечер. Алло. Алло. Да. Вы знаете, вот спасибо вам за прекрасную передачу. Спасибо. Это очень здорово. Я в свое время слышал, что вы встречались с человеком по ту сторону добра и зла. Встречаются ли вам такие люди еще в жизни? А что такое та сторона добра и зла? Я не очень могу понять. Может быть, молодой человек пояснит? Нет, молодой человек уже вышел из эфира. Вы встречаете по человеком? По ту сторону добра и зла я не встречался, потому что Ницше уже умер, который написал эту книгу, а мне не доводилось встречать людей, которые были совсем по ту сторону добра и зла. Так не бывает, по-моему, так невозможно. Я думаю, что все люди, которые смотрят эту передачу, все, кто к ней присоединится, конечно же, не простят меня, если я не попрошу вас что-нибудь прочесть. Я думаю, что, может, мы это будем так вот периодически, у нас иногда бывают барды, он споет песню, потом поговорит. Поет? Вот давайте мы так тоже вот что-то почитаем. Да, несет яичко, покудахчет. Да. Вот давайте вот мы сейчас, если вот я вижу, что... Я с удовольствием, уже... знаете, я даже припас стишки из новой книги, но я хочу сразу предупредить читателей, как сейчас предупреждал на концертах, что у меня последняя книжка очень грустная. Во-первых, потому что я болен, а во-вторых, потому что есть такая примета, если ты начинаешь цикл стихов с грустного стишка, то вся книга или весь цикл будет печальный. Когда вы за время передачи, по-моему, 5 раз назвали то, что вы делаете, стишками. Да. Это такая скромность или это желание, чтобы я сказала, ну что вы, ну какие же стишки? Нет, настоящие... мне много раз говорили, да что вы, это высокие произведения. Нет, конечно, стишки. Во-первых, потому что они короткие, маленькие. Во-вторых, дыхание у меня тоже короткое, мысли куцые, поэтому я укладываюсь в эти 4 незамысловатых. Омар Хайям писал стишки. В чистом виде, конечно. Рубаят в чистом виде. Тогда все снимается. Если все замечательно. Я только хочу сказать, что, вы знаете, он, может быть, писал и высокие стихи. Пока его переводили такие переводчики, как Тхаржевский, Румер. То есть, на мой взгляд, очень слабые переводчики. Его, на самом деле, не было в русской литературе. Но лет 30 назад появился такой покойный, царство Божие ему, Герман Плесецкий, питерский поэт. Он перевел Хайяма абсолютно... Простите, что я отвлекаюсь, это, правда, существенно интересно. Он перевел Хайяма абсолютно российским сегодняшним языком. И это получился уже не восточный поэт, может, немножко восточный. Я познание сделал своим ремеслом, я знаком с высшей правдой и с низменным злом. Все тугие узлы я распутал на свете, кроме смерти, завязанной мертвым узлом. Ну, какие переводы? То есть он стал совершенно другим поэтом. Теперь в моих печалях и мои стишки. Так вот, я когда начал новый сборник, я написал очень грустный стишок несколько лет назад. «Нынче бледный вид у Вани, зря ходил он мыться в баньку, потому что там по пьяни оторвали Ваньке встаньку». И пошли грустные стишки, и весь сборник. Я их немножко почитаю. Прошу прощения, я их не запоминаю наизусть. «При хорошей душевной погоде в мире все гармонично вполне. Я люблю отдыхать на природе, а она отдохнула на мне. Приходит возраст замечательный, нас постепенно усыпляющий. Мужчина я еще старательный, но очень мало впечатляющий. По лесу в тусклом настроении я брел, печалясь о старении, а меж белеющих берез витал рассеянный склероз». Ну, еще одно последнее, пожалуй. «Русь воспитывала души не спеша, то была сурова с ними, то нежна, и в особенности русская душа у еврея прихотлива и сложна». Ну и так далее. Ну, мы, наверное, еще, да, мы же еще продолжим. Ради Бога. Сейчас послушаем, о чем вас спрашивают наши зрители. Слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер, любимые мужчины. Здравствуйте. Игорь, вы у меня знаете, какого возраста? Старше всех патриархов библейских. Я в 15 лет прочитала Франсуа Рабле, и с тех пор горюю, что не слышала Панурга живьем. Вот вы у меня Панург оттуда. Спасибо. Я очень вас прошу, выпускайте, пожалуйста, диски для нас. Потому что мне мало прочитать иногда ваши прекрасные строки. Но хочется, чтобы вы со своей ехидной манерой сами их читали мне. Я постараюсь обязательно выполнить ваш наказ. Договорились. Хотя я только хочу вам сказать, что патриархи древности, о которых вы упомянули, они были очень молодыми людьми на самом деле. Было какое-то другое исчисление времени.
Вы, опять же, говорили в одном из многих интервью, что вы благодарны лагерному опыту. А что вот опыт лагерной жизни можно потом принести в жизнь такую обычную? Я вряд ли так говорил. Я, скорее всего, говорил, что я благодарен советской власти за то, что меня одарила она лагерным опытом. Да. Вы знаете, ну, это хороший опыт, я вам сейчас скажу. Значит, во-первых, можно по пьяни хвастаться перед друзьями. Вот, мол, да ты что, ты себе делай, а я-то, да? Вот. Во-вторых, очень видны сегодняшние братки. И, например, я думаю, что если бы я не сидел в лагере, то я бы не смог увидеть чудовищное тождество жизни на свободе сегодняшней и жизни в лагере, который освободили. Потому что то, что сегодня происходит, это со всеми неприятностями и издержками свободы, это, на мой взгляд, результат того, что выпустили огромный лагерь, резко объявили свободу, резко с вышек сошли часовые с овчарками и мгновенно полностью стали руководить лагерь, те, кто раньше охранял лагерь, лагерные вохры, лагерные политруководители. Вот скажите, вот вы, опять-таки, в одном воспоминании, у вас есть такое, глупо вам говорить, я скажу зрителю, что есть у нашего сегодняшнего гостя такое воспоминание или такая мысль, что ни в коем случае, если ты пришел, не знаю, там, в камеру, тебе говорят «мой пол», ни в коем случае нельзя этого делать. Потому что если ты это сделаешь, то ты через какое-то время с удивлением увидишь себя за столом с... За первым столом, да. А если ты этого не сделаешь, то тебя просто побьют. Не скажешь, а просто побьют, но зато будут уважать. Это принцип, который годится для нормальной жизни. Лучше стоять на своем, пусть тебя побьют, чем опускаться. Я думаю, что да, очень. То значит, все-таки есть какие-то законы такие? Я не думаю, что это закон, и я не думаю, что это можно обобщать. В очень многих книгах, воспоминаниях у зэков написано, я, мол, где не стал мыть полы в бараке. Я вам хочу сказать, что если бы меня, например, заставляли, я вряд ли мог бы сопротивляться. Поэтому здесь очень много всяких градаций и все прочее. И вот так резко защищать, и говорить, вот я поставил себя так. Я что всегда... позволяет вам... оставаться ироничным, а не злым? Легкомыслие. Я не знаю никаких других причин. Батенька, мне очень хорошо живется, мне очень интересно, мне очень смешно. А почему я должен злиться на что? Не, ну, я думаю, было что в жизни масса, ну сейчас, наверное, нет, а вообще была масса ситуаций, когда можно было обозлиться. Батенька, это все были люди, и это были люди, творящие ситуации, и просто люди, которые не стоили того, чтобы на них злиться. И вам, как человеку религиозному, это более даже понятно, чем мне, человеку светскому. То есть вам кажется, что злиться, злоба – это некая... Не на каждого человека ее можно распространять. Конечно. Я думаю, что если на человека злишься, то этот человек равен тебе. Он такой же, как ты, и на него ты серчаешь, как на друга, например. Я могу злиться на друга за то, что он сказал глупость, или заметил, что я сказал глупость вслух, и так далее. Я могу злиться на... Но злиться на какое-нибудь начальство, которое над тобой поставлено ввиду обстоятельств, это, по-моему, очень глупо. А и, его... кстати, приличные люди не злятся, по-моему, на своих начальников. Его надо не замечать? Вы от меня хотите советов. Да. Я не подаю по воскресеньям, батенька, и по вторникам тоже. Я советов не даю, я не доктор. Я могу только отметить, что вот я поступал так, а советов я не даю. Вы прожили, и дай бог вам здоровья, но вы прожили длинную, интересную жизнь, что-то вы не поняли. А почему вы не хотите поделиться советами с другими людьми? А советами не делятся. Советы дают, навязывают. Старички обожают давать советы. По-моему, давание советов – это ужасная штука. Особенно, если тебя не просят. А я когда... Вот я прошу. Да, а если спрашивают, то тоже... Я не могу давать советы. Не могу. Я не ощущаю себя человеком, который, несмотря на преклонный возраст, мне действительно 71 год, который обладает каким-то знанием, которое заслуживает того, чтобы им делились. Ладно, у меня нет. Как же, но вы прожили, вы мало того, что вы живете жизнь, интерес, вы еще над ней думаете, вы же ее осмысляете, ваша профессия, ваша жизнь. Я думаю, ну масса людей думает и потом пишет чудовищные глупости или говорит чудовищные глупости. Думать не значит, совершенно не означает говорить правильно или сочинять что-нибудь такое мудрое. Вы считаете, вы сочиняете хорошие стихи? Что? Вы сочиняете хорошие стихи? Иногда да. Ну, так значит, все-таки в стихах, значит, вы можете... А в стихах вы советов не даете? Ни единого, нет. У меня есть сборник, цикл, который называется «Венок советов», но там издевательские штуки, а не это венок самое. Венок советов, да. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер. Многоуважаемый Игорь, вот для меня, русского человека, ненавидящего антисемитизма и антисемитов, очень хотелось бы услышать ваше мнение принципиально. У вас есть целый ряд стихов великолепных, посвященных антисемитизму. Как вы считаете, вот за последние 15, 16, 17 лет общий объем антисемитизма у нас в стране уменьшился или на таком же уровне? Я боюсь вам отвечать категорически. То, что он уменьшился, это вряд ли, потому что мне кажется, что антисемитизм – это просто тень еврейского народа и будет существовать всегда. Пока у человека есть неприятности, ему нужно, чтобы кто-нибудь был причиной этих неприятностей, даже воображаемых страхов и всего прочего, и тут очень удобно, кто виноват. Я думаю, что он будет всегда. Уменьшилось ли его количество, я не знаю, потому что антисемитизм – это такое замечательное состояние человечества, которое время от времени загоняется под кожу, загоняется в подполье, внешне никак не проявляется, а потом вдруг немыслимым образом вспыхивает. Поэтому сколько сейчас антисемитизма осталось, я не знаю. Мне кажется, что эти безобразные акции в отношении грузин и вообще вот жутко злобное отношение сегодня к вот этим вот восточным национальностям, непонятная мне совершенно дикая вражда к Америке, она чуть-чуть приглушила, отвлекла, вернее, внимание от евреев. Но я абсолютно уверен, что придет свое время, и все восстановится. Я хотел вас спросить, мне тоже кажется, что перешла немножко вот та злоба, перешла, которая была. Перешла, потом вернется. А потому что никого более удобного, чем евреи, чтобы быть козлом отпущения, нет. А вы к антисемитам тоже относитесь без злобы? Конечно, нет, но они такие, ну что делать? Ну, что делать? Вы полагаете, что я им тоже должен дать советы или рецепты? Нет, сейчас я про другую часть беседы нашей, про злобу, которая возникает или не возникает. Даже когда человек вас не любит за то, что вы не той национальности, что он, к нему злобу вы не испытываете? Нет, отвращение испытываю, омерзение, боль, потому что стыд. Это бывает, вот хороший человек, еще вчера он был хороший человек, а потом у него вдруг что-то сорвалось, нужно на чем-нибудь, так сказать, выспаться, и он вдруг говорит: ужеды проклятые. Его остается только пожалеть. Скажите, вы сказали, что вы с возрастом не стали ни умней, ни мудрее, вы сказали, так? А как вам кажется, что человек приобретает, что-то человек приобретает с возрастом позитивного? Он приобретает огромный опыт. И не случайно давно уже сказано, моя жена обожает эту пословицу, что опыт – это мудрость глупцов. Он приобретает этот опыт, но ввиду того, что он не умнеет, он этот опыт начинает распространять на все человечество и щедро дает советы. Или отвечает на вопросы, если его спрашивают, а вот подскажите что-нибудь, вот дайте совет. И он щедро отвечает. То есть это явный признак того, что он не приумнел. Вы сказали, что вам жить сегодня интересно. Мне всегда было очень интересно. Что сегодня составляет главный интерес в вашей жизни? Главное, я даже не знаю, я очень много читаю книжек, и еще, вы знаете, меня как жителя Израиля, я очень люблю Израиль, очень там, так сказать, глубоко, что ли, живу, хотя иврита не знаю, ну, на уровне рынка автобуса, вы знаете, меня очень глубоко занимает очень близкая схватка человечества с тем нарывом на исламе, который условно я бы назвал зеленой чумой. Я не хочу обидеть ни в коем случае мусульманство и ислам как таковой, но на нем вырос страшный совершенно нарыв. И обратите внимание, как чума меняет цвет. Вот была наша красная, была коричневая немецкая, сейчас явная зеленая чума, так сказать, под цвет флагу. И они ведь замыслили явно завоевание мира. И план установления нового халифата содержит 20 пунктов, и, по-моему, 2 из них они уже выполнили. И везде есть чудовищное количество людей, которые благодаря тому, что они единоверцы террористам, могут быть заставлены в это ввязаться. Я имею в виду население Европы, которое растет. А выход какой-то вы видите эту ситуацию? Что? Выход какой-то есть в эту ситуацию? Выхода я не вижу. Но я вижу, насколько она чудовищно опасна. А? Потому что мы, израильтяне, оказались в форпосте, в авангарде этого противостояния. Мы слишком близко. И, во-вторых, я вижу, насколько весь остальной мир не хочет этого видеть. Вы знаете, стишок лень искать, но у меня даже был стих о том, что все живут сейчас, закопав голову в песок и выставив зад. Что чрезвычайно опасно, как вы знаете, в соприкосновении с таким, так сказать, вот явлением восточным. Никто ничего не хочет делать. Франция так же боится, как она боялась во времена Германии. Россия, что является предметом моего стыда, поставляет чудовищное вооружение в Иран. И мне не хочется, я приезжий, поэтому для меня важнее вежливость, чем правда. Поэтому я вам подробно все рассказывать не буду. Послушаю вас. Добрый вечер. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Наша семья фанатики ваших стихов. И вот что я хотела бы вам очень лаконично сказать, спросить. Наш любимый стишок ваш. Может быть, я немного неправильно его скажу. Солнце вышло из-за туч, нет на солнце пятен. До чего же я хорош, до чего ж приятен. Разве этот стишок не может быть советом всем людям? Спасибо вам большое, это стишок. Дашечка, я отвечу на этот вопрос исчерпывающе. Стишок изумительный, но не мой, к сожалению. Алексей Константинович Толстого, я хотел сказать, этот стишок совершенно замечательный. А вот вы сейчас прочитаете свои. Ну, у меня нету таких красивых стишков, ну, у меня все наоборот. Хорошо, у вас есть ваши. На улице встретил афишу свою, забыв поручение спешность. Застыл, как безумный, и молча стою. Какая поганая внешность. Так что у меня все наоборот. Да. Да. Прошу еще прощения за то, что плохо вижу. Я не слишком нуждаюсь в ответе, но не прочь услышать ответ. Если есть справедливость на свете, почему же тогда ее нет? Весь век нам в это слабо верится. Но Гераклит сказал однажды, что глупо смертному надеяться одну бутылку выпить дважды. Умом России не понять, она уму не отворяется. Умом России не спасти, прошу прощения, она уму не отворяется. В ней куры начали нести крутые яйца. Ну и так далее. Это вот старые стишки, просто я их очень люблю. Неволю пережив, как тяжкий плен, я сильно поистратил пыл удалый, и общество свободного я член, теперь уже потрепанный и вялый. Для этого канала обязательно надо прочитать этот стишок. Я изо всех душевных сил люблю творение культуры, хотя по пьянке оросил немало уличной скульптуры. Я не люблю любую власть, я с каждой не в ладу, но я, покуда есть что класть, на каждую кладу. Ну и так далее. Скажите, пожалуйста, вот если брать не ваших там друзей или там родственников и так далее, кого вы больше всего уважаете? Вот есть люди, которые, есть ли люди, которых вы очень уважаете сегодня? Их очень много. Да, есть их очень много. Это кто? Это было вот всегда. Чтобы человек заслужил ваше уважение, он должен... Это что, что в человеке вы уважаете более всего? Вы знаете, понятия не имею. Смелость уважаю, ум уважаю. Образованность уважаю, чрезвычайно начитанность. Вы можете кого-то назвать? Вот вы уважаете? Ну и болтливость, и остроумие, и легкомыслие, и беспечность я тоже чрезвычайно уважаю. Потому что мне кажется, что беспечные люди, легкомысленные люди очень много сделали для человечества, ничуть не меньше, чем мудрецы и старатели. Назвать кого-нибудь конкретно, вот такого вот Иванова, Пупкина, Рубинштейна, я даже не знаю, но я очень уважаю, например, нескольких поэтов, живущих в России. Я очень уважаю нескольких прозаиков. Я обожаю Акунина, хотя высоколобые люди его не очень. Обожаю просто. Вот мне хорошо от него, я его очень уважаю, люблю. И безумно ему благодарен за то, что он существует. Очень люблю Пелевина, если говорить о литераторах. Очень наслаждаюсь стихами Игоря Иртенева, Тимура Кибирова. Считаю их ужасно крупными поэтами. И вы знаете, что интересно, они непереводимы на другой язык абсолютно. Ну, кто-то их переводит, но, наверное, фигня ужасная получается. Они очень внутренние. Их так же трудно переводить, как, очевидно, трудно переводить прозу Платонова. Вот. А что касается вот, уважения людей к людям вот такого распространенного, вы знаете, умерли, к сожалению, люди, которых я очень уважал и которым я очень обязан. Сейчас вышла книжка, думаешь, боюсь, что она прошла незамеченной, вернее, уверен, такого литературоведа Леонида Ефимовича Пинского. Он был филолог, специалист по средним векам, дикое количество предисловий к Рабле, к Шекспиру, узнал все на свете, была ходячая энциклопедия, да и лекции он читал в университете. Сидел, естественно, с 49-го, по-моему, по 54-й год. И вот он, повидавший те истребительные смертельные лагеря, вернувшись, как только началась эпоха самиздата, держал у себя дома гигантскую библиотеку самиздата. К нему ездили самые разные люди. Поэт Чичибабин к нему ездил из Харькова. Я его безмерно уважал. Просто почитал. И когда вы мне сказали, произнесли вот это слово «уважение», то передо мной сразу всплыла вот фигура Пинского. Таких было очень много. Они стремительно умерли. Знаете, такое у меня ощущение, что умерло прямо целое поколение людей, которые сегодня были бы
просто необходимы, хотя им было бы дико тяжело, печально, тоскливо Тоника Эдельман, например. А на их место кто-то пришел? Нет. Я этих людей, которые пришли на их место, к сожалению, не вижу. Может быть, я их просто не знаю, а они существуют, не знаю. Спасибо вам большое. Мне остается вас поблагодарить за то, что вы к нам пришли, за то, что вы прочитали ваши... Это по-прежнему гарики? Они гарики, конечно. Они как-то отличаются от тех гариков других. Старость, батенька, печаль, грусть, тоска. Нет, не старость, они какие-то, нет, они вообще какие-то другие. Ну, гарики, наверное, должны быть разные, как и просто стихи. А то, что прочитали ваши новые гарики, и мне остается только вам напомнить, что у нас сегодня в гостях был поэт Игорь Губерман. Я хочу сказать, что завтра к нам придет Константин Лавриненко, тот самый актер, который получил в Каннах премию за лучшую мужскую роль. Это такой невероятный приз. Мы очень надеемся, что он к нам придет. Это тогда будет его первое большое интервью после этого награды. И на этом я, ведущий Андрей Максимов, с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.